Я с вами Серафима Морозова, и я представляю наш канал «Здоровы с нами». И сейчас я покажу, как мы готовим сок для выхода из голода. Здесь вот мы прозонировали, помыли, прозонировали петрушка, листья салата и сельдерей. И вот это все мы сельдерей нужно немножечко порезать. И у нас вот такая шнековая соковыжималка. Вот получилось у нас вот столько сока чистого, это хватит на два раза, и совсем-совсем немножечко жмыха, то есть вот сельдерей, петрушка и немножко салата, и практически один сок. Это вот у нас Мария Николаевна, сегодня третий день на чистых соках. И, кстати, у нее сахар первый раз за все время 5,7. До этого был 7,5, 7,4, 7,3, потом 6,7 был. На голоде 21 день. А вот сейчас на еде вот такой хороший у нее сахар 5,7.